Всем привет! Значит, перед вами телефон Yumi GG F2. И вот сегодня случилось такое вот событие. У него, в общем, сдулся аккумулятор. Он сейчас находится в чехле. И вот, в принципе, телефон неплохой. Проработал уже 3,5 года, и только сейчас у него аккумулятор сдулся. Аккумулятор тут такой хороший, мощненький. На 5000 с лишним миллиампер часов. Вот, видим, крышечка вот так вот у нас вздулась. Как раз телефончик на зарядку поставил. В общем, я его, этот телефон, значит, использую уже более 3 лет. Где-то примерно 3,5 года назад я его покупал за 11 тысяч. Там по предзаказу брал. И вот этот телефон уже 3,5 года прослужил. Сама батарея, в принципе, держит нормально, но вот сдулась вот она. Вот. Как видим, у нас тут 3 часа экранного времени. Ну, я его, почему-то он так долго еще прослужил, я его до конца не разряжал и старался не заряжать там более 90% его, ну, чтобы это. И вот он так вот прослужил, короче, 3 года. Вот. Раньше эти, конечно, показатели были лучше, были где-то там порядка 5 часов экранного времени. Ну, вот сейчас вот это вот от 90% там до 20, до 15% я вот меньше его старался не разряжать. Но было всякое, конечно, я разряжался уже, и в ноль его как-то несколько раз разряжал, у меня отключался. В общем, сейчас я принял решение, буду заказывать новый аккумулятор. Этот можно, в принципе, тоже использовать аккумулятор. Ну, как есть возможность заказать, можно, конечно, его там вот сейчас крышечку вот эту снять. Ну, это надо фен, то есть прогреть ее. И уже аккумулятор взять, попробовать проколоть его, чтобы, ну, на место крышка встала, чтобы сюда грязь не попадала, чтобы им дальше можно было пользоваться, пока аккумулятор в пути, неизвестно там через сколько он доедет. Ну, судя по сайту, он там порядка 5 дней, и аккумулятор придет. То есть ссылочка будет под видео, где я буду заказывать аккумулятор к этому смартфону своему. Меня, в принципе, смартфон устраивает, до сих пор еще он свою актуальность не потерял, то есть у него там много памяти, 128 гигабайт встроенной оперативки, 6 гигов, ну, процессор такой нормальный, ну, более-менее такой, меня, в принципе, все устраивает, камеры, в принципе, неплохо снимают, фото, селфи-камера тут такая хорошая, в общем, все четко. Мне этот телефон нравился, я его использую и буду его дальше использовать. Другой себе покупать пока не собираюсь, не планирую, хотя, в принципе, надо уже поменять телефон, уже 3 года как бы. Ну, буду менять его, скорее всего, там на какой-нибудь Xiaomi какой-нибудь там, либо посмотрю, ну, чтобы экран был яркий на улице, чтобы было все видно получше. Тут тоже хорошо видно, но могло быть и лучше. Сейчас уже экраны современнее стали, лучше стали. Тут тоже, кстати, экран больше, чем Full HD. То есть он у нас хороший экран, в принципе, яркий. Ну, в общем, так вот процесс сам в домашних условиях попытаюсь поменять этот аккумулятор. Думаю, ничего сложного там нету. В общем, просто вот это стекушко надо аккуратно снять, прогреть его там феном. В общем, наверное, даже вот сейчас вот аккумулятор полностью разряжу, открою его, проколю и первое время еще похожу с ним. В общем, в принципе, заряд он держит. Мне хватает на сутки, вполне его хватает. Каждый там... Раньше на 2 суток его хватало, прям 2 суток не заряжал его. Ну, сейчас, конечно, аккумуляторы уже... И тоже неизвестно, там какие-то они аккумуляторы уже оригинальные, уже поди не найти аккумулятор на него, там производители сторонние. Как бы эти аккумуляторы, но аккумуляторы неплохие. Главное, чтобы была емкость хорошая, попалась. Ну, в принципе, по отзывам я почитал, в принципе, аккумулятор держит все как надо. В общем, поменяем, посмотрим. Всем удачи, до новых встреч, новых видео.